«Мир футбола глазами детей» – так называется выставка, посвященная 100 дням до старта Мундиаля. Эти рисунки сделали юные сочинские художники, воспитанники городских изо-студий. На выставке рисунков, посвященных главному спортивному событию года, представлены работы, выполненные в разных техниках – гуашь, карандаш, тушь, пластилин, аппликация. Сегодня лучшие работы определяли члены жюри в команде судей – легенды сочинского футбола. Члены жюри оценят креативность вообще самой задумки, ну и настроение, которое должен придать сам предстоящий чемпионат мира по футболу в нашем городе. Самые яркие рисунки впоследствии войдут в мультимедийную выставку «Мир футбола глазами детей». Так что творчество юных художников станет полноправным экспонатом Музея спортивной славы Сочи. Добавлю, что в музее работает и постоянно действующая экспозиция, посвященная предстоящему Мундиалю. В коллекции открытки, марки, мячи и футболки с автографами известных футболистов и многое другое.